сети наркополицейских попала безработная женщина областного центра, распространявшая героин. В результате спецоперации сотрудники ФСКН изъяли у подозреваемой 40 тысяч разовых доз наркотика. Зелье женщина хранила в пачке из-под сигарет. Оно было расфасовано по отдельным пакетам и, по версии следствия, было готово к продаже. Также в праздничные дни сотрудники спецслужбы изъяли из незаконного оборота наркотиков более 1200 граммов марихуаны. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации.